So, now we're together. And yet, business is hard. This industry is full of criminals. Oh, yeah? Money can be so corrupting. I find it very distasteful. Well, you know, that's the deal with the drugs trade. It attracts the wrong sort. Quite. Are you trustworthy, friend? I don't know. After what I've been through recently, I'd say probably not. Great! Honesty is a very attractive quality. I'm promoting you, Vic. Thanks. What do you need me to do? Head to Vice Point. The people there have been ripping me off for years. Remove them and set up shop. We need a place we can distribute product from. Look, I ain't interested in that side of the business. Unfortunately, you don't have a choice. Now, Vic, please, go. Все-таки в этот раз вы решили мне тачку предоставить, да? Ну, тогда в таком случае весь спектр моих эмоций ярко описывает вот эта картинка. Ладно. Всем привет, дорогие друзья, с вами Старгуми, и мы продолжаем батрачить на братьев Мендес в игре GTA Vice City Stories. Да, хоть мы и свалили всю вину на Мартинеза, хорошенько тем самым его подставив, отпускать они нас не хотят. Все-таки бесплатная боевая сила, почему бы не заюзать? Так братишки Мендес, видимо, и подумали. А потому мы сейчас едем в Вайспорт захватывать одну из точек бизнеса конкурента, дабы в дальнейшем там продавать... Все правильно, наркотики. Знаю, вечная тема. Вик и наркота. Но в этот раз все немного сложнее. У нас просто нет выбора, ведь мы же теперь партнеры с братьями Мендес. Вы оценили толстоту кавычек, да? А это значит, что они приказывают, мы выполняем. Такие дела. В любом случае, будем ждать дальнейшего развития событий, потому что долго так продолжаться явно не будет, я уверен. А пока перейдем к делу. В общем, то самое предприятие, которое нам нужно сегодня подмять под себя, охраняется байкерами. Не волнуйтесь, их там не очень много, вооружены они, как обычно, всяким говнищем, опасности особой, как, впрочем-то, и всегда, не представляют, поэтому просто подъезжаем туда и без церемоний начинаем отстрел этих бич-пакетов. С чем я, конечно же, успешно справился, даже броню не потерял, берите пример, чуваки. Но это еще не все. Половина из них струхнула и решила свалить по-добру, по-здорову ото всех проблем подальше, вот тебе и охрана. Так что не теряем времени, прыгаем на один из любезно оставленных мотоциклов, дабы избежать лишнего геморроя, сами знаете почему, и догоняем этих бедолаг, попутно пуская пули в спину одному за другим. Замечательно, никто живым отсюда не ушел, а потому на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Старгуми. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмякайте в колокольчик, в группу ВКонтакте вступайте, почему бы и нет, да? Да. И, конечно же, ждите новые видео. Всем удачи и до скорого, ребятки!